Вітаю всіх, хто приєднався до першого ділового в ефірі проект «Акцент». Північний потік-2 неможливий без визначення майбутнього українського транзиту газу. Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Примітно, наприкінці березня Берлін дав дозвіл на будівництво російського газогону. На початку квітня зелене світло потоку дала і Фінляндія. Тим часом триває протистояння «Нафтогазу» та «Газпрому». Український монополіст готує новий позов. Російський опонент поки не думає повертати 2,5 мільярди доларів, які має сплатити за рішенням суду у Стокгольмі. Більше про ситуацію ми поговоримо з гостем студії Олегом Гавришем, експертом з питань енергетики. Я вас вітаю. Чи позбавить Північний потік-2 Україну транзиту газу? Ангела Меркель стверджує, що ні. А ви як думаєте? Ну, если говорить про полный объем транзита, то, конечно, он не избавит, потому что это где-то порядка 40 миллиардов кубов. Сейчас мы транспортируем 90, там 2, даже 95, и до 100 доходит. Соответственно, там, ну, 60% транзита у нас останется. Вопрос в том, что он значительно сократит этот транзит. Это уже достаточно большой удар по Украине, потому что общий объем там, денег, которые мы получаем от транзита, порядка 3 миллиардов долларов в год. И если мы сокращаем половину, там, это там, ну, или чуть даже меньше половины, все равно там миллиард, там 200, например, это достаточно большие деньги, с учетом там значительного профицита украинского торгового баланса, это большой удар по, так сказать, вообще, в принципе, по торговому балансу. Это означает, что это может расшатать и гривну, собственно говоря, и может повлиять отрицательно на вообще, в принципе, на экономику страны, и в том числе увеличит этот как бы разрыв, который существует уже даже сегодня. Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» нібито готовий розглянути таку, розглянути пропозицію для України транспортувати 10-15 мільярдів кубометрів на рік. Ці цифри взагалі цікаві Україні? Що це за пропозиція? Як це розцінювати? 10-15 мільярдів кубов газу в год – це просто абсурд какой-то, тому що зараз ми, ну, Україна транспортує 100 мільярдів кубов, там, 90 до 100. То есть это сокращение фактически на 90% всего транзита. То есть Евросоюз просто пытается, приняли для себя стратегическое решение строить этот газопровод. Германия такое приняла решение. И Финляндия. Финляндия, в общем-то, здесь больше, скажем так, одна из сторон, которая, ну, скажем, просто дает свое разрешение. Да? Она не настолько, как бы, этот проект вовлечена сильно, как Германия. Она не настолько влиятельна, как Германия. Потому что здесь ключевая страна – это Германия. К сожалению, Украина до сих пор не сподобилась предоставить альтернативное предложение тому, которое представляла Россия для немцев. Если бы мы предоставили их, его, возможно, уже сейчас бы велись переговоры конкретно о том, чтобы создавать консорциум на базе нашей ГТС. Может, Украина не так же и зацікавлена, если она не робить пропозицию? Ну, просто вопрос в том, что некоторые люди очень сильно заинтересованы в том, чтобы до последнего выкачивать деньги там, с Транзгаза, не отпускать его из своих рук, не отдавать его в руки международных структур, которые управляют им. И это самая большая проблема, потому что нам в действительности у нас есть только один выход – это контрпредложение для такой страны, ну, как страны, как Германия, прежде всего, для тех же самых участников этого консорциума. Это там и немецкие фирмы, и голландские, и французские. То есть мы должны всем им предложить, собственно говоря, каждой из них более выгодное участие в украинском консорциуме. Но немцы смотрят, что такого предложения нет, с одной стороны. С другой стороны, они хотят постраховать себя, потому что кто его знает, что завтра будет. То есть там будет война или нет Украины и России полномасштабная. Она уже идет, но полномасштабная война, не гибридная. Никто не знает. И если она будет, то они не собираются отказаться явно от российского газа, несмотря на это. Вот, потому что им сейчас, сегодня его нечем в таком объеме заменить. То есть нет других источников поставок. Поэтому они пытаются решать свои проблемы. Опять же, главный вопрос в Украине в том, что у нас достаточно хорошее состояние ГТС, и она уже построена. То есть и если мы предложим, делаем предложение, когда не нужно будет тратить большие деньги на строительство сомнительного проекта, а просто войти, скажем, там, за какую-то разумную сумму, уже существующий проект, получает на нем зарабатывать деньги, поделимся частью прибыли, мы можем отдать те же самые 40% прибыли, которые мы потеряем, да, в случае строительства второй ветки Nord Stream 2, мы можем отдать эти 40% прибыли, в конце концов, другим участникам консорциума. А украинская ГТС в хорошем техническом состоянии? Достаточно хорошем, она способна работать еще долго. Но если, ну, сейчас некоторым образом подморожены инвестиции в нее, потому что неизвестно ее будущее. И много на ее развитие тратить не хочет «Нафтогаз». Это, кстати, минус, потому что это уже как бы говорит о том, что внутренние, как бы, там все согласились с тем, что система будет выведена, кстати, из строя. И вопрос здесь в том, что мы не только пострадаем из-за лишения объемов определенных денег, поступлений валютных,
но мы еще и пострадаем, потому что газ больше не будет идти по этому направлению. Он же идет по нашему направлению, попадает дальше на рынки там, в Австрию, на там, Баумгартен, скажем, там, в Польшу, там, в Венгрию. То есть какие-то вот рынки локальные, восточноевропейские. Потом оттуда же мы перекупаем этот газ и поставляем его к себе. Реверсом. Соответственно, там этот газ достаточно нормально стоит, но недорого. Сейчас он в основном будет идти теперь через Германию, сходить с севера. Соответственно, и закачивать его будут туда, на тот же Баумгартен, с севера. Причем будет дольше, и транспортировка будет стоить дороже, потому что, ну, в принципе, территория Германии дороже транспортировать, чем территория Украины. Это означает, что цена газа вот для нашего рынка подорожает. То есть мы будем получать еще и более дорогой газ. Есть теоретическая замена этому. Это вопрос собственной добычи газа. Он рассматривается, хотели бы довести до нужного объема. То есть это нам нужно увеличить добычу газа там, ну, где-то еще миллиардов на 20, в идеале 30 кубометров. Но для этого необходимо лицензии продавать, чего сейчас до сих пор не происходит. Ну, питання це відкрите вже дуже багато років. Да. Чи є якісь потуги щось вирішити? Ну, пока что, к сожалению, нет. Мало того, мы видим попытки там принимать законы со стороны Верховной Рады, которые, наоборот, способны отбирать лицензии госгеонадр у любой компании. Прежде всего, это касается Укрнафта, под нее дописались. Ну, и по другие компании, например, Газдобыча, все остальные компании могут быть лишены лицензии просто волонтеристические после принятия этого закона в любой момент. И кому эти лицензии потом отойдут, тоже не ясно, потому что если бы еще хотя бы был открытый конкурс, но этих конкурсов не проводится до сих пор ни одного. То есть все это очень... Лицензии переходят в руки каких-то компаний, которые не имеют ни средств, ни желания, ничего добывать этот газ. То есть с добычей газа у нас проблемы. Как мы видим, если, так сказать, произойдет то, что самое худшее будет построен «Северный поток-2», возникнут проблемы еще и с наличием газа на рынках, чтобы проводить реэкспорт. Поэтому сейчас в Украине очень важно задуматься над тем, как бы привлечь инвестора для управления нашей ГТС. Повертаючись до заяви канцлера Ангели Меркель про те, що «Північний потік-2» неможливий без українського транзиту, чи можна припустити, що вже є певні домовленості між Європою та Росією щодо того, щоб був, ну, такий собі одночасний транзит як північними потоками, так і Україною? Думаю, договоренності поки немає, просто це, на самом деле, це дуже опасне для України заявлення. Оно как бы звучит так, как будто Меркель хочет сделать что-то, сказать, что приятно Украине. А все навпаки дуже позитивно сприйняли но его. Но на самом деле оно, по сути, означает, ребят, мы уже как бы решили. Вы не беспокойтесь, мы о вас позаботимся. Вот, но мы уже решили, мы будем строить. Ничего подобного, ни о ком они не позаботятся. Они уже позаботились, в кавычках, когда был Будапештский меморандум, Украина лишилась ядерного оружия. То же самое произойдет и в данном случае. Поэтому здесь надо просто коммерчески перебивать предложение «Газпрома». Давать более выгодное предложение западным партнерам. Корпорации, которые всем рулят там и могут, в принципе, кого, на кого угодно повлиять, в том числе и на Меркель, они должны получить от нас более выгодное предложение, тогда, я думаю, они сами разберутся, и вдруг неожиданно возникнет, что все-таки «Северный поток» не нужен. А, власне, ось питання вже вирішено щодо «Північного потоку-2», якщо Німеччина дала свій дозвіл? Ну, там есть еще запреты со стороны Польши, со стороны Дании, многие страны против чьих территориальных водах будут проходить поток. Эти страны имеют вагу в этом питании? Они имеют влияние, в принципе, но они, там сложно будет им достаточно заблокировать все это, потому что, ну, как бы, существуют там и суды, существуют и другие разные механизмы решения этого вопроса, существуют обходные варианты маршрута. То есть, как бы, по сути, Россия сейчас будет каким-то образом маневрировать. А если подключиться своим лоббизмом Германия, то, я думаю, никто не сможет остановить этот поток точно. Опять же, нужно договориться с немцами. Это ключевой вопрос. Причем нужно четко им гарантировать, что поставки будут под их контролем, что не будет никаких, как бы, глюков, что там работа корпорации Укртрансгаз будет полностью под их контролем. Нужно, конечно же, решить проблемы с газом ПХГ, потому что сейчас ПХГ у нас и газопроводы до последнего времени были объединены, а ПХГ у нас есть долг по газу. Во-первых, перед той же Укргазэнерго, кстати, структура дочки Газпрома, и перед Укрнафты, подтвержденный судом. И необходимо просто этот долг либо возвратить, что было бы идеально, либо провести какие-то взаимозачеты, ну, в общем, что-то придумать. То есть, например, это долг Укргазэнерго нужно довести, а Газпром сейчас оштрафован Украине на кругленькую сумму, нужно провести, тогда, соответственно, изъять этого газа в пользу государства в счет долгов Газпрома. А если это долг там Укрнафты, то у Укрнафты самой есть долг налоговый перед государством. Можно провести, грубо говоря, взаимозачет. Государство прощает налоговый долг Укрнафты, Укрнафты прощает этот объем газа ПХГ. Это все можно сделать в течение одного месяца, по большому счету. То есть просто специальными там законами, подзаконными актами сюда провести и закрыть вопрос, очистить ПХГ от рисков. Так, чтобы в него могли, в принципе, заходить инвесторы.
Как только это будет выполнено, тогда это будет уже единая целая система, достаточно чистая, как бы, с той юридической точки зрения. И дальше открытый конкурс, там, приглашение людей после переговоров, после того, как мы предложим им условия, которые их заинтересуют, лучше, чем те, что предлагает Россия. Ну, а чому тоді сторони цього, так би мовити, конфлікту на це не йдуть, якщо це дійсно все так просто? Я думаю, что вопрос в борьбе в управлении за денежными потоками Укртрансгаза. То есть Укртрансгаз приносит достаточно хорошую прибыль. Там можно определенным образом тратить деньги, скажем, там, на покупку каких-то материалов. И в прошлый раз на областной совет прошлый, который ушел в отставку из-за этой причины Нафтогаза, он как раз словил за руку там одного из прошлых руководителей на очень сомнительных сделках, когда покупались оборудование у компании, компании-посредников, которая закупила у компании-производителя, а в тендере участвовала непосредственно компания-производитель, предлагала более низкую цену, выбрали компании-посредников более дорогим ценам. То есть, мне кажется, что на этой Укртрансгазе пытаются все еще зарабатывать деньги определенные группы людей, вот, достаточно хорошие деньги, и они не заинтересованы упускать это все из своих рук. Но это их вина будет, и они доведут ситуацию до того, что Украина вообще лишится половины транзита. И там 1,5 миллиардов валютной выручки, поступающей в страну. И все еще раз, когда гривна девальвирует, просто вот эти люди, которые сейчас стоят за Укртрансгазом, надо понимать, что они будут персонально за это виноваты. Це буде відповідальність судова чи... Ну, це просто політична, скоріше, відповідальність. Я сподіваюся, тому що у нас, на жаль, ні одне діло по корупції не доведено до ума. Вот. Ну, просто сам факт в тому, що ми повинні відпустити вже цей актив. Тобто його просто треба відпустити з рук, і зараз нам найголовніше, щоб заходили гроші в країну. Тобто, якщо вони будуть принадлежати німецьким акціонерам, пускай вони вже їх беруть і тратять, як хочуть, внутрі країни, інвестують во щось там, не знаю, покупають щось, перекупають, що хочуть, то і роблять з ними. Вот. Но главное, чтобы они там заплатили налоги, заплатили там зарплаты людям и завели эти деньги, эту валюту, эту выручку в страну. Просто сам факт, что она заходит в страну, здесь тратится, это уже будет очень важный фактор для стабильности валюты. Чи вигідно самі Росії залишитися без українського транзиту, адже Північний потік-2, турецькі потоки, ну, вони ще не побудовані? Ну, зараз, звісно, їй не вигідно, вона буде до останнього, поки у неї не буде нових газопроводів, транспортує через нас. Якщо ви обратили увагу, з кожним роком росте транзит російського газу через територію України, несмотря на всі заявлення. Це смішна, як би, така річ, тому що... Так, дійсно, така статистика є. Їм нет варіантів, яким образом їм поставляти цей газ ще. Ну, коли появиться Северний поток-2, я ж говорю, до 40 мільярдів кубов вони просто можуть зняти відсюди. Це не половина, але майже що половина. Зрозуміло. Як щодо поставок американського скрапленого газу, ось Американська енергетична асоціація заявила, що збільшить у 4 рази поставки зрідженого газу до Європи протягом 5 років. Для цього побудують 6 експортних терміналів. Будуть поставляти до Іспанії, Великої Британії, Польщі, Італії та країн Прибалтики. Це реальні взагалі плани? І що ці плани, реалізація цих планів може змінити в енергетиці Європи? На самом деле уже фактически Литва не зависит от российского газа. По крайней мере, она долгое время не зависела, когда они построили терминал по приему. Ну, это был мобильный даже, подогнали, скажем так, терминал по приему сжиженного газа. То на Литву, конечно, там все Литвы то и размером с Киевскую область, грубо говоря. Но, тем не менее, на нее хватило вполне сжиженного газа. И аналогичная ситуация в Польше. Там в Польше уже значительное количество российского, вернее, извините, американского газа сжиженного. Соответственно, российский газ стоит дешевле. То есть, как только появляется альтернатива, сразу же россияне сбрасываются, они вынуждены это делать. У нас такой альтернативы, по сути, нет. Тот же самый российский газ, который мы покупаем по реэкспорту. Ну, может быть, где-то там это американский газ, но это мизерные объемы. Поэтому, конечно, увеличение на Прибалтику, на Польшу поставок нам крайне выгодно, потому что от Польши мы точно можем получать в этом случае более дешевый газ. Буквально кілька хвилин залишається. Останнє, мабуть, запитання. Позов новий готує «Нафтогаз» проти «Газпрому» щодо повернення, примусового повернення 2,5 мільярдів доларів. Щось тут є, якісь шанси отримати ці гроші від російського монополіста? Арест активів. Чому, в принципі, готується зараз правительство, Мін'юст і всі остальні? Тобто у «Газпрому» достатньо багато активів за рубежом. Во-первых, можна арестувати газ, який знаходиться в ПХГ за західних країн. И дальше, если его конфисковать, то поставить его в Украину нам хватит там, на значительный период времени. Ну, я не могу сказать, что там на годы, как бы, но на год вполне себе может хватить. Вот, на один. Вот. Дальше, кроме того, можно, скажем, судиться за те активы, которые принадлежат «Газпрому». То есть там у него доли процента акций в разных западных компаниях. Например, там компании, которые транспортируют газ, скажем, в Словакии даже, в Литве. Транспортирующие компании там частично принадлежат «Газпрому». Можно суживать эти доли и забирать их «Нафтогазу», чтобы он ими управлял. Это уже... Или продавать их после этого. В принципе, есть все варианты, как это сделать. Европа в этом смысле гораздо как бы, лучше, чем Украина. Там, и там, тем более Россия. Как бы, то есть там защищены права
собственно говоря, собственников, и решения судов выполняются. Поэтому, да, этот иск, он очень нужен, нужно добиться так, чтобы решение было исполнено. И есть механизмы, как это сделать. Либо забрать активы, либо забрать газ у «Газпрома» в Европе. Будемо стежити за ситуацією. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, гостем проекту «Акцент» був Олег Габриш, експерт з питань енергетики. З ними обговорили перспективи української ГТС та відносини з «Газпромом». На цьому я з вами прощаюся. Залишайтесь першим діловим.